Всем привет! Сегодня у нас очень солнечный день, замечательное настроение, и начинаем делать такую вещь, как оборудовать верстак. В одном из видео я уже верстак сделал, вот он родимый. Так и вот, задумался я, почему это у меня верстак. Да без тисков-то, а? Ведь нужны тиски. Конечно, нужны, давно думал об этом. Сегодня пришла пора, когда пора их сделать. Делать будем их из всего, что уже есть. В первую очередь определяемся с размером губ. Шлифанули именно с одной стороны, так как их теперь будем мы склеивать. Пока губы клеются, приступаю к другой детальке. Из уголка вырезал, высверлил и отшлифовал вот такую вот опорную планку. Она будет играть неплохую роль в наших тисках. Thank you.
С губой уже справился, все сделал, ее шлифанул, все ровненько, все четенько. Сделал отверстие для шпильки резьбовой, ну, резьбы. Так, все, с этой частью разобрался. Теперь беру свои картриджи от своей бывшей девятки или десятки. Они как бы еще рабочие, но им уже криндец. То есть у них, то есть если их вот так болтать, они уже стучат. То есть так не должно быть. Поэтому решено было сделать из них что-нибудь полезное, а именно то, что сейчас я делаю. Сейчас произведу предварительную сборку для определения центра для резьбы, ну, для шпильки.
Все процессы завершились успешно, вот она лежит, эта агрегатина. Все получилось лучше даже, чем я предполагал. Сейчас осталось только разметить стол, снять кое-какие детали с этого стола. Короче, установить все. Вот такие сегодня тиски получились. Я надеюсь, кому-то понравилось, кому-то, может быть, там что-то не понравилось. Пишите комменты, ставьте лайки. Следующее видео в следующую среду. Всем пока, до скорой самоделки.